увлеченно это дело готовят. Все серьезно и непросто. Завораживающее зрелище, а запах. Я догадываюсь, что чай ваш будет пахнуть так, что вас это... Я очень надеюсь, что у вас будет возможность его кипятить. Но 25 минут в идеале. Вы не выбрасываете вот всю эту кучу. Это вам на день. В идеале, если вы будете заливать это вот литром воды и все это выпивать. Один раз это минимум. Два раза это хорошо. Три раза, если сварили и выпили, вы молодец. Не закрывайте крышкой, пусть оно выкипает хорошенько. У вас не будет там литр. Это не 3 литра вы будете пить. А там останется где-то пол-литра всего.